У нас в гостях начальник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, подполковник внутренней службы Александр Коврижных. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Традиционно получается у нас и День спасателя в конце года, и время подведения итогов. Скажите, каким год был? Спокойным, беспокойным? Ну, для нас год был довольно-таки ровным, если брать крупные пожары, чрезвычайные ситуации. Было несколько пожаров по повышенному номеру вызова. Мы выезжали, но достаточно четко отработали, не допустили превышения регламентов. То есть хорошо сработали и не допустили больших серьезных проблем для нашего района и городского округа. Угу. Ну, сейчас грядут большие новогодние праздники. Как я понимаю, вы готовитесь совершенно не так, как готовится, скажем так, большинство жителей России к этому празднику. Как готовитесь вы? Ну, естественно, для нас праздники – это тяжелые будни. У нас введен режим повышенной готовности. То есть мы вводим всю резервную технику в расчет, личный состав. У нас предусмотрены резервные смены для того, что если что-то вдруг произойдет, мы могли четко отреагировать на чрезвычайные ситуации, пожары. То есть мы работаем, готовимся. Ну, а если вот несколько самых простых советов нашим гражданам, чтобы они не делали вам дополнительной работы в эти дни? Во-первых, покупать правильную продукцию, во-вторых, правильно ее использовать и использовать площадки, которые подходят для того, чтобы ее можно было использовать. Насколько я знаю, список, кстати, этих площадок есть, и с ним можно ознакомиться на сайте администрации. Конечно, конечно. Ну и, естественно, это сейчас мы будем входить в минусовые температуры на праздниках, это будут 100% бани. Вот, то есть надо гражданам поаккуратней. То есть отопительные приборы и повнимательнее следить за своими праздниками и за своим поведением на празднике. Угу. Но в преддверии праздника Дня спасателя и перед новогодними праздниками вы имеете возможность обратиться к своим коллегам. Уважаемые спасатели, пожарные, поздравляю вас с Днем спасателя. Мы очень хорошо отработали в этом году, спасатели Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. По итогам года мы заняли первое место в области. Это наша четкая, слаженная работа всего нашего коллектива. И хочу пожелать вам, дорогие друзья, во-первых, поменьше и исключить вообще по возможности неоправданный риск на пожарах, на чрезвычайных ситуациях. Пожелать всего самого доброго вашим близким, семьям, ну и любви близких вас и родных людей. Всего самого-самого доброго. Ну что ж, мы присоединяемся к этим поздравлениям. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с начальником Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, подполковником внутренней службы Александром Коврижных. К другим новостям.